Здравствуйте, подписчики и гости канала. Сегодня решил снова вернуться к тому пруду, где поймал две щуки. Это было 1 января. Вот сейчас одну маленькую подцепил, грамм на 500. На безрыбье, наверное, и это пойдет. Сделал лунок 30-40, наверное. Прошел, и только вот здесь, где затененное место, под снегом, нашел первую поклевку. Сегодня прекрасная погода, солнечная. Давление подросло на 10 миллиметров. И ветер, слабенький ветер. Будем ждать, когда будет выход у щуки. Не пойдет щука, значит, половим окунька. Тут он есть хорошие размеры. 250-300 грамм. Конечно, это вам не Сибирь, а Воронежская область. В Воронежской области не ведется борьба с браконьерством. Там где-то кого-то поймают, бедного рыбачка, который поставит дорожку, ошкурят. А по-настоящему сетевиков, которые натуральные бандиты, по прудам зимой и летом ставят сети. И не просто сети по 50 метров, а километры сетей. Особенно выбивают щуку, когда у нее икромет. Стеной стоят вдоль камыша. Километры сетей. Наша полиция вообще не проявляет никакой активности. Мало того, она просто, наверное, боится. Наконец.